Вы хотите открыть свою булочную? Вот несколько простых шагов, которые помогут достигнуть цели. Шаг первый. Рассчитайте свои инвестиции. Регистрация предпринимательства, аренда помещения, подключение инженерных сетей, зарплата и оборудование. Все обойдется вам примерно в 2 миллиона рублей. Шаг второй. Выберите формат регистрации. Тут возможны два варианта. Индивидуальный предприниматель, либо общество с ограниченной ответственностью, если планируется сеть булочных или организация бизнеса носит коллективный характер. Шаг третий. Найдите помещение. Здесь у вас также имеются два варианта – аренда или собственность. Шаг четвертый – косметический ремонт помещения и согласование с разрешительными органами. Шаг пятый – приобретение необходимого оборудования. Приобретите все необходимое для вашей булочной согласно минимального перечня. Шаг шестой – заключение договоров о поставке готовой продукции, ингредиентов и полуфабрикатов. И, наконец, седьмой шаг – продвижение бизнеса. Используйте для этого все возможные каналы связи с целевой аудиторией. Деловой клуб «Мы открылись». Все от идеи до реализации. Бесплатная рекламная поддержка.